Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня мы сидим в Toyota Eclipse, да? Mitsubishi, да. Какого года она? 99. Что ты в ней сделал, в принципе? Внешне, да, смотрел? Полностью машина изрисована аэрографией, нанесена по кругу. Капот, бока, спойлер. Это мы сейчас... Обвес... Ну, то есть, как бы, пороги, задний бампер. Передний поставили стандартный стоковый, потому что не успели буквально. Нам еще пару дней, и передний бампер тоже был бы уникальный. Полностью перетянут салон, заново, с нуля, то есть, зеленые вставочки, все это сделано. Ну, еще в процессе, да? Конечно, нет, работы еще очень много. Сначала закончим с внешностью, да, потом полезем под капот туда дальше. Так, а музыка что стоит? Музыка вот стоят по 6 динамикам. Ну, в смысле, по 3 динамика, по 2 вот SPL-ки герцы, печатки тоже герцы. Усилитель в процессе, в плане, там, багажник пока даже не задействован. Пустой, полностью разобранный. Планируется делать полностью подиумы, то есть, ну, наводить там красоту в шарках. В принципе, вот такой вопрос, сколько стоит, вот, допустим, такую машину взять? Ну, именно такую, в смысле, вообще, ну, такую. Вообще такую. Цены колеблятся от... Хлам можно взять и за 150, и цены доходят, например, синий стоит малыш, там, 70, да, он очень довольно сделанный, красивый автомобиль. Вот, за него просто, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас стоит 600. То есть цены колеблятся, то есть, как бы, от... Там от 100-150 до 1800, ну, в зависимости от того, что случилось. Средняя цена 300-400. А техническая часть? Полный сток у меня стоит, 220 лошадей, турбомоток, литровый, 463 стандарт. Турбо, да? Пока что полный сток, как бы, пока не лезу, коробка автомат. Ближайшее будущее, надеюсь, поменять его на механику. Это первое, что получилось. Хорошо, спасибо. Не за что. Супер тачка. Спасибо.